Так, ну вот, теперь и мы умеем. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, сила немерена, дайте коня мне, да добрый меч. Галочка, это как бы так вот. Можно и так делать, поверь. Можно прям по-разному, по-всякому. Ай, что-то мы засиделись, братцы. Научу, научу. Если нужно будет. Обожаю тебя, честно говоря. Ты идеальная женщина. Мечта любого нормального мужика. Так. Ой, что-то мы засиделись, братцы. Вот под что-то мы засиделись, братцы, я прям дуэты буду корячить как не в себе, как только оно выйдет, твое видео. Здоровье не подвело. Фу. Так. Как у тебя там в целом, нормально? Музыки, что нема. Ой. Ну нет. Русь. Бретонка переживает. Там на стоянке у них мертвая змея нашлась. Ой, вообще как мертвая. Ну оно, не оно. Не играет. Интернетов нет на этой симке, блин. Потом начнем трансляцию. Ой, что-то мы засиделись, братцы! Блин, да чтоб тебя, не знаю. Грузится все через одно место. Не пора ли нам разгуляться, Русь молодая, силы немерена. Дайте коня мне, да добрый меч, ратью пойдем, да погоним ворога. Русь молодая, сердцу дорога, да не пристало нам сидеть по гадам. Дайте коня мне, да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной. А мы не знали, не ожидали, жили, любили. Их 40 000 сороков, Руси не видала таких врагов. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. И полыхнули терема до хаты, бабы плачут, да малые ребята. А мужики все брат за брата, вышли за родину воевать. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться. Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне, да добрый меч. Ратью пойдем, да погоним ворога. Русь молодая, сердцу дорога, да не пристало нам сидеть по хатам. Дайте коня мне, да добрый меч. Они не знают, что это мистер, да? Пошли, мистер. Короткая трансляция, да, я говорил. Привет, привет. Так, окей.
Ну что тут у нас, звезда? Как дела, ребятушки? Утипотяти. Как вам качество видосов? Ой, что там мы не засидели? Не, не то. Одно из моих любимых. Гори, гори, моя звезда, и закрывай глаза рукой. Сегодня ночью ты одна, он где-то шляется с другой. Гори, гори, моя звезда, мы за тобой продолжим путь. Нас накрывает, как всегда, любовь твою мне не вернуть. Нормально, нормально, все хорошо, всем привет. На полчасика. Никто из вас не ожидал, внезапно все произошло. Просто я сказал, да будет так, и тут тебя мать понесло. Будешь время, все простит, не нужен он тебе такой. И только глупый станет хит. Пошел он нахуй, дорогой. Гори, гори, моя звезда, и закрывай глаза рукой. Сегодня ночью. Дайте, кто там смотрит? Вот это моя бабушка сама делает. Никто не смотрит, никто не тапает, ну ладно. О, конечно, лайк надо перестать. Собирайтесь, Мухабар. Опа. Оп, да не шути. Так, что у нас там дальше идет по списочку, по моему музыкальному, зычному. Цветочек Хаюшки, привет. Не работает, сейчас сделаем, будет работать. Ой, где она тут есть-то? Привет, привет. Как тебе это? Новая моя эта камера. Лучше снимает, не? Качество картинки, как у вас? Секунда, у нас секунда, сеньорита. Не, не работает. Нормально, ну и слава богу. Маман сказала, что я сегодня ехал, короче, это, стирал на машинку, убирал. И Наташка тоже так же говорит. А то говорит, ты все там это, спустишь на тормоза. Так, что надо послушать? Белфаст хочу. Белфаст. О, Люциферушка, привет, Габи. Габриэла.
Марш Абраинов, как тебе? Ну-ка затащим по красоте на стиль на опыте, не? Группа стал, иноземцев он позвал, но ни разу не бывал, наш король разбитым. Он коровы и доспех носит лучше прочих всех, и сопутствует успех по моим открытам. Поднимайся, Барнвиз, эй, на фланге подтянись, Руфмонора не грит, это твои окраины. На арене, на Перу, наш король Бриан Беру, бейся, Барн, на ветру, бой идут по драйве. Слышимые вызов, тысячи единиц, ничья для своих голов, любит биться в поле, кровь морхом хочет меч, что противника изречь, испарилась волю лечь, но лучше гори. Поднимайся, Барлыз, эй, на фланге подтянись, трус Монора берись, гонять крылья крылей. Моей на Перу, наш король Бриан Беру, искужала на руку, пойдут по Брайану. Майкл Джексон, у тебя день рождения было 62 года. Вот это твоя... Да! Я же трезвый с 21 января. Сколько ты удивец. На дерзкий стеснён. Так будет побеждён. В бой славный битве. Чёрный белый небо взмыл. Солнце крыльями закрыл. И колени преклонил. Сам король в молитве. Набивайся, он отрыз. И на фланге подтянись. Крыть на море берись. Слушай, делай тогда скриншоты, а? Да пропотеть надо, здоровье тренировалось. Не, простыл чутка. Чуть-чуть. Холодненького съел. Вот, мороженку, короче, попробовал там. Спасибо, да там ерунда, господи. Как говорится, это мама, привет. Че, о, песня пожарного, девчонки, это вообще кайф. Ох, обожаю. Ся. Жарко на сцене тут. Распашоночку. Привет, Настя! Это такое, знаете ли, в стиле конца 80-х, да? У нас все жарко, Воронеж. Спасибо за более 100 зрителей. Не знаю, смотрите сами, там обсуждайте. Так, погодите. Сейчас что-нибудь другое поставим. Слушай, что тебе поставить, Габриэл? Послушай, что хотела бы. Давай, банкуй. Что ты хотела послушать? Подо что мне станцевать? Габриэла, заказывай. Первые три песни для Габриэла бесплатно. Ну...
Малин, чё-то он никак это. Анжела, здрасте. Ну, ты узнай. Что-нибудь инфернальное, люциферное, да? Давай тебе это. Ой. Может, Хима тогда, я не знаю. Нет? Кто-то там. Галочка что-то новое там. Это здесь. Молодец, красавица. Умница, старается постоянно. Так, панк-рок. Конечно, обожаю панк-рок. Что именно? Сдоб-шиз-дуб, Король и Шут, Асена. Не знаю, Red Hot Chili Peppers, это панк-рок или все-таки больше поп-рок? Слушаю, у меня тут чего только нет. Я от рэпа до классической музыки все слушаю. Не забудь трансляции поделиться еще там с кем-нибудь. Может, какие-нибудь адекваты придут. Не все ж на меня, дурачка, глядеть. Круто было бы звезду добить, но это ж бесполезняк. С вами добьешь, как же. Панк-рок, да, любим, уважаем. Я выгляжу, да, как будто вот только что меня из зоопарка выпустили, да. Можно было бы, конечно, Шуру Каретного поставить, там, Дилижанс. Не слушали такой? Привет, это... Привет от Ice Tripik, сейчас. Сейчас найдем. Как он там называется? Лафит... Плак-плак, вот это что ли, или привет? Сейчас, погоди. Ice Tripik, это разве панк-рок? Что-то у меня тут привета нет, погоди. Сейчас гляну. Привет. О, блин. О, есть привет. Оно нет. Ой. Что-то не это. Да зачем Яндексу? ВК. В Яндексе загрузили. А, нормально. Надо добавить. Да, это оно. Круто было. По заявочкам, ребятушки, делаем, творим магию. Максимальный звук. Он оставит имя на твоей щеке, как ножом когда-то ты оставил мне. Да не за что. Думаешь, что нужно каприз, просто так уйти. Еще у тебя две песни в запаснике. Память очень злая и не дает забыть то, что уже сделано, но нам не изменить. Пробовала все, даже умереть. Это не мой выход, но выход. Прикинь, я, короче, купил эти карты Таро, скоро освоим гадание на Таро. Не моя игра, но я вожу. Они что так зычно заходят? Здравия желаю, спасибо тебе огромное. Не работает все это. Свет сияет ярче, только в темноте. Твоя сила прыжет крови по стене. Не и не важно, кто ты, друг или мой враг. Впереди нас ждет лишь бесконечный мрак. Мило улыбнусь тебе и скажу привет. У меня в руке шипованный костет. Он оставит меня на твоей щеке, как ножом когда-то ты оставил мне. Панк-рок не особо похожий. Пробовала все, даже умереть. Это не мой выход, но выход есть. Там где ты теряешь, я нахожу. Привет, привет, ангел, ангел. Не моя игра, но я вожу. Ля-ля-ля-ля. Что-то до этого момента поход делал, как до луны. Что такое длинное аудио? Ох, ничего себе, вот это, блин. Не панк, да я понял. Альтернатива какая-то, скорее всего, листка. Альтернатива, по-моему. Цветочек. Хорошо поговорить с подругой. Так, ребятушки, а мы сейчас сделаем... реверсивную психологию. Слыхали за такое, не? Короче, сейчас вот вы смотрите на меня, а я открываю видео и буду снимать вас, как вы смотрите на дядю Костю. Отлично. Вот так вот прям раз и начинаем съемки. Вот это будет шикардос. Видеоклип 14 секундок. Побежали.
Опа, готово. Yes. Оп, ляда, не шутя. Привет. Кому-то мой голос опять заходит. Ребятки, да хватит там придираться к моим голосам, господи. Мне ваши заботы, откровенно говоря. Ля-та-та-та-тин-да. И мы сейчас прям сразу по красоте, на стиле, на опыте выпускаем это все дело в Инстаграмыч. Открываем Инстаграмыч и туда видео с того, как вы на меня наблюдаете. Вообще кайф. А потом вы сделаете то же самое, да. И потом совместим такие прям. Вот это будет круто был. Викинь я придумал, да? Привет, Валера Белоус. Ох, ребятушки, как ж тут все зычненько-то. Так, это хоросё, хоросё. Это еще лучше. Ну, такое вот что-нибудь. Потом можно сделать. Ага, вот так вот раз. Отлично, прям далее, прям замечательно. Так, и мы прям называем. Я на трансе в лайке. Ну-кась. Ну чем вам не Эдит? Гляньте, дядя Костя какие-то технологии осваивает, да? Я на трансе в этом вашем лайке. В. Так, этом вашем. Я еще эфир, кстати, записываю. И потом его немножко подредактирую. Для американской платформы перевыпущу с другой озвучкой. Прям... Hello, everybody! This is your main Russian cucumber from Voronezh, the middle Russian... We will do special Russian magic. Ну, они так любят. Ну, я там по-другому обозначен. Да. Я же еще на два приложения веду трансляции. Ну, как-то так вот у меня. Плотничком, ребятушки, плотничком. Как с января, так не остановлюсь. А как пить бросил, елки-моталки. Итак, загрузон пошел. Прям со страшной космической 4G скоростью. Да. Вот. Мы какие там? 100 плюс в этот час, да и бог с ним. Мама говорила мне, слушайся мужа. Я непослушна, блядь, ту-ту-ти. Ту-ту-ти, ту-ту-ту-ту. Лысая башка дай пирожка, Юлия Цубера. I feel good. When I wish I would not. Сауна. Сауна. Хорошо. Хорошо, бобов что-то от вас не дождешься, наверное. Как дела мои, так? Ты можешь подписаться на меня в ответ? Нельзя так просто взять и подписаться на тебя в ответ. Для этого нужна такая зычная шикарная ручка. Из закаленного стекла, между прочим, да, там, ух, кошмар. Ой, привет, Екатеринушка. Не работают у меня вот эти вот махалки. Привет, привет, привет. Увидел, прочитал. Любишь меня? Ну, это ты зря, конечно. Ну, ладно, как хочешь. Сильно не увлекайся, я вредный продукт. Да. Скоро портящийся. Любишь, любишь, я понял, Катя, спасибо. Красавица, пришлось подписаться, круто был. Да я понял, Катя, спасибо. Ла-та-та, тин-да, тин-да-та, там-да. Не что. Любишь, я понял. Номера, не знаю, зачем вы их даете. Звонить не будем все равно. Но не получается у меня там со звонками, потому что нельзя, вдруг вы несовершеннолетние, туда-сюда, и все. Это же что? Правильно. Подсудно дело. Так, сейчас видео, короче, шустренько, быстренько, зычненько грузится. Вот, в мои инстаграмичи. А что значит лайк баскана де мордына лыгы осендейбл сын? Есть среди нас это? Лайк анзендай басы. Мама говорила ей, слушайся мужа, ла-та-та. Так, ну что? Хватит, наверное, пока дело запишет. Не, пусть еще подзапишет чуть-чуть. Сейчас я там реакшн покажу. Короче, все это дело я сейчас быстренько
Записываю, затаскиваю в свой инстаграм. Да, ну чтобы так было, там на всех платформах прям, чтобы сразу дядя Костя играл у вас. Привет, мелкого, из всех утюгов. Не работают эти самые жесты. Меца бом 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 тика бом бам бам дика динь дан дун. Как она? Рататинда тартатинда.